Вот обнадеживающая история. Китай испытывает сверхзвуковые ракеты, способные беспрепятственно поразить любую цель на планете, но армия США готовится. Она принимает вызов. Сильнейшая армия мира. Вот обучающее видео от Пентагона Джо Байдена. Видео выпущено в МС США и опубликовано на Washington Free Beacon. Привет, меня зовут Джонни, и я говорю он, его. Привет, меня зовут Коунчи, и я говорю она, ее. Мы хотим поговорить о местоимениях. Что такое местоимение? Местоимение — это то, как мы себя идентифицируем, помимо нашего имени, и как люди обращаются к нам в разговоре. Местоимение — простой способ подтвердить чью-то личность. Это сигнал принятия и уважения. Чтобы показать это, можно использовать инклюзивный язык. Вместо того, чтобы сказать «привет, ребята», вы можете сказать «привет всем» или «привет, команда». Это ВМС США при Джо Байдене. Почему просто не сказать прямо, перейти сразу к сути? Мы сдаемся! Мы совершенно не способны сражаться во взрослой войне со взрослой страной. Например, с Китаем или, скажем, Талибаном. Мы сдаемся! Мы будем говорить о местоимениях. Том Фитон, президент Judicial Watch, получил подтверждение того, что критическая расовая теория, расизм, все еще преподается в Уэст-Пойнт. Сейчас он с нами. Том, спасибо, что заглянул. Скажи нам, что происходит в Уэст-Пойнт? Нам пришлось судиться, чтобы получить документы, и они предписывают или навязывают критическую расовую теорию в программе подготовки. В Уэст-Пойнт обучают наш будущий офицерский корпус, и им говорят, что принадлежность к белым в соответствии с критической расовой теорией имеет много негативных характеристик. Они предполагают, что черные до сих пор приравниваются к рабам сегодня. И они навязывают странную теорию, сродни марксистской, критическую расовую теорию. Так что наша армия подрывается изнутри. И это тот революционный язык марксистов, от которого наша армия защищала страну во время Холодной войны. И теперь они здесь, у нас дома. Это Министерство обороны Байдена, потому что Трамп, ты помнишь, пытался замедлить процесс. И сейчас администрация Байдена дает этому оживляющую силу, и наши военные под угрозой. Вы отмечаете, что сенаторы контролируют оборот оружия в стране, так? Но при этом они игнорируют вред, который причиняет нашим кадетам Уэст-Пойнт критическая расовая теория. Когда в академию приходят белые кадеты и им говорят, что они плохие, потому что они белые, или когда черным кадетам говорят, что их угнетают из-за цвета кожи, это расизм. И это прямо запрещено законом. Нужно провести спасательную операцию по защите наших кадетов от этого воук-безумия. Да, можно начать с республиканцев, таких как Дэн Крэнша, которые на словах поддерживают армию, но продолжают финансировать подобные вещи. Очевидно, уничтожая самую сильную армию в мире. Том Фитон, спасибо за ваш отчет. Не за что.